На еженедельной планерке в администрации города был представлен новый общественный представитель губернатора в столице Поморья Владимир Букин. Он атаман Архангельского городского казачьего общества. На посту общественного представителя главы региона он сменил Павла Балакшина. Программа «Земский доктор» продлена на 2017 год. Кроме того, возраст врачей, которые могут рассчитывать на подъемный миллион, с этого года увеличен до 50 лет. Это, по мнению экспертов, позволит и дальше привлекать опытных врачей в сельские больницы и поликлиники, сократит дефицит медработников и в итоге увеличит доступность медицины для россиян. Работать на село приезжают врачи самых востребованных специальностей – терапевты, педиатры, хирурги. Например, в Поморье на 19 докторов стало больше в Конышах, Холмогорах и Устьянах. На 28 в Плесецке лидер программы Приморский район. Здесь 52 земских доктора. Сегодня в Архангельске будет дан старт региональному этапу всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Этот форум является своеобразной творческой мастерской наставников. Педагоги будут не только демонстрировать собственные образовательные программы, но и раскрывать уникальные методики работы. На этот раз в состязании профессионалов примут участие 16 представителей сферы дополнительного образования Поморья. В Поморской столице прошел матч очередного тура ночной хоккейной лиги. На льду встретились два сильных соперника – архангельская команда «Помор» и котловский «Фрегат». Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий «Помора» Андрей Щелоков. Впрочем, через пару мгновений в ворота хозяев залетела ответная шайба от котлашан. Техничнее оказываются архангельские хоккеисты. К концу первого периода табло фиксирует их минимальное лидерство – 2-1. Мы играем вместе всего лишь третью игру в таком составе, поэтому для каких-то налаженных связей очень важно. В итоге напряженной борьбы убедительную победу одержали хоккеисты команды «Помор» 7-3. Сегодня в столице региона облачная погода. Дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура днем от плюс 1 до плюс 4 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй. Благоприятный. Осенняя оттепель в Архангельске продолжается, а канал ПС продолжает держать вас в курсе самых последних новостей. Оставайтесь с нами.